Сегодня день окончания Второй мировой войны. Именно 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. 1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии напали на Польшу. Для Советского Союза война началась 22 июня 1941 года. После победы над фашистами наша страна объявила войну Японии. Случилось это 8 августа 1945, а уже к 23 августа советские войска разбили в Маньчжурии Квантунскую армию. Владимир Атнашкин из села Батырево в 1944 году закончил школу, поступил в Казанский авиационный институт. Ветеран вспоминает, как вернулся домой на каникулы и не увидел ни одного своего сверстника. Все ушли на фронт. После чего он бросил институт и тоже ушел добровольцем. На пятый день после отправки на фронт бойцы находились в наблюдательном пункте. В 500 метрах от них затаились японцы. Они открыли огонь. В этот момент Владимир понял, что пора применить свои способности в настоящем бою. Командир дивизиона, он и сказал, что я вам приказываю выполняйте мое приказание, вы устав знаете, а потом о моем приказе вы доложите командиру батареи. Ответственный, конечно, считался для нас. Но я все же сам подготовил, но еще на два прицела прибавил. Это каждый один прицел. Расстояние 50 метров соответствует цель. Два прицела, значит, на 100 метров дальше взял я это. Вторая мировая война – крупнейшая в истории человечества и самая жестокая. Именно в этот период было впервые применено ядерное оружие. Противостояние продолжалось ровно 6 лет. В нем участвовали 62 государства из 73 имеющихся на тот момент. Боевые действия велись на трех континентах и в водах четырех океанов.